Итак, у нас сегодня Hyundai Taracan 2004 года, 2.9 CRDI с форсунками Delphi. По этой машинке сделали форсунки, все заводится четко, до этого машина была мертвая, не заводилась. Заводилась только с эфира, если пшикаешь вот подачу турбину. В принципе, все, фильтр клиент поменял, все завелось с полтычка, на стенде настроили, в принципе, все. Насос нужно делать в будущем. Вот, в принципе, и все. Все, ребят, всем благословений, доброго дня. Любите свои машины, меняйте все вовремя. Всем пока.